Как думаешь, почему он отказался? А кто от чего отказался? Яринобу Арасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Чтобы собрать банду. Стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью. Одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Может, он хотел бросить вызов системе? Так зачем он в нее вернулся? Ты не можешь убежать от системы, если система — это твоя семья. Белая ворона все равно ворона. Ну, вроде того. Неудивительно, что этот бунтарь вернулся обратно, прижав уши и с поджатым хвостом. Ха, турист несчастный. Помяни черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфекто. Шоу начинается. Эй, Бак, а ты это... Че, все время была на связи? 3,5 часа. Слушай, насчет воебонов. Чьих воебонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Ну, заслужи мое прощение. Ну, пока все идет гладко, да? Да? Чувак, да ты просто оптимист. Да? А тебе что ни скажи, ты во всем видишь только негатив. Говорю тебе, самое трудное позади. Чего вы все притихли-то? Тогда это... анекдот хотите? Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Смешно, да? Боже правый. Ого. Неплохо быть наследником самого императора. Аж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Ребята, внимание! Сейф! Только быстро! Эй, а что за спешка? Яринобу куда-то исчез. Что, растворился в воздухе? Он в какой-то мертвой зоне. Сейчас я его найду. А вы давайте работай. Он там, под полом. Ищите переключатель. Дальше. Подключайся по личному, и я посмотрю. Ясно. Теперь ты, Бак. Да, сейчас. Нам кто-то летит. Бак. Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Не нравится мне это. Ты долго еще, Ди? Черт, Яринобу идет в пентхаус. Нахуй его! Открывай сейф! Почти готово. Есть! Круто! Дай-ка я посмотрю. Чип в порядке? Целостность биочипа 100%. Думаю, да. Все, уходим. Нельзя. Яринобу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна, туда. Да ты, блядь, шутишь? Нет, полезайте в нее. Мы успели. Проблема это не решила, Ти. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Импосибле. Это что, Адамс Мэшер?
Охранник? Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Барк, кого там несет? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Император? Еще одна ебучая легенда. Тише. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Куби вот скоманеде коретте и тадаро. Мьерда. Тихо. Азуштюжи. Арасака-сама. Мада бодя чеку гао ватеймасен. Ваташи но муску да. Рей на моно кайшу шимашо ка. Ваташи га яру. Итте кури. Пронесло. Не говори. Если бы он нас увидел... Он не увидел. Помолчи, окей? Просто охуеть не встать. Сабура Арасака. Ваташи га кизуканай то демо умотта но ка? そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろ。あんたの問題点はそこだ。セガは自分出身に守ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ直々に俺に屈辱を味わわせ、立場思い知らせるためか。出る杭は打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。 貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち。何かの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。 いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。 Дарекага, Дарекага, Чични Докомотта. Доку? Зода. Юринобу-сан, шикаши.
Вообще творится. Юринобу. Блять, придушил Сабура. Что? Вот, блять, собственного папашу. Ну что тут скажешь? Сейчас будет не продохнуть от охраны. Ёб твою мать, это пиздец. Где Юринобу? Я не знаю, я потеряла камеры. Они блокируют все системы. Да, есть кое-что. Давайте в окно. Открываю. Там есть лестница. Лестница. О, нет. Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Бак! Диус Санто Пендито. Ты больше нет. Блять! Высшая лига, да? Доволен, Джеки? Все нормально, Джеки. Просто не смотри вниз. Бля, как высоко-то. Бля, это травма? Если они за Сабура, то уже поздновато. Надеюсь, нас они не видели. Секретный грунт приехал на юнитра, крути! О, черт! А, еще бы немного! Его пробили! Мадрес! Это херово! Джеки, ты ранен! Забей пока на меня. Проверь чип. Разгерметизация! Целостность чипа 94%! Он разрушается. Караху! Звони, Паркер! Быстро! Чтобы рассказать про наш проёб? Звони давай! Ви, камбэки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс повреждён. Целостность чипа... Джеки! 86! 86% и падает! Чёрт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Мне кажется, слышишь? Это опасно. Чем дольше ждешь, тем больше риск все просрать. Но раз нет другого выхода... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим! Дэл, мы будем через пару минут. Приготовься! Ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри у меня, бля. Нам надо как-то дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее.
почти. Класс. Теперь уходим отсюда. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный. Обходим этаж. Опасности. Чисто. Просим не покидать свои метро. И выполняем все процессы. Спустимся вниз. И снимем их по-тихому. Спецназ? Они в фойе. Скоро начнут прочесывать этажи. Нам пригодится. Осторожно. Там, наверное, до хера охранников. Понял. Тише. Продемонстрирует готовность заняться срочным тотальным искоренением местной преступности. Последний сюжет не обрадует любителей домашних питомцев. Налог на содержание псовых поднимется до 1000 евро-долларов в месяц на одну собаку. Вместе с этим штраф за владение неучтенным животным возрастет до 40 000 евро-долларов. Спасибо, что смотрите новости на 54-м канале. Идем! Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Кровопролитие в комнате до сих пор продолжается. Комнаты Z проверили? Да, все чисто. Ничего странного, подозрительного. Дверь на балкон вроде как сломана. Проверьте еще раз. Thank you.
Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Сдавайся! Осторожно, а то нас поймают. Thank you.
Подтвержденное попадание! Thank you.
Мэйн, газуй! С возвращением оставьте все проблемы за дверью. Проблемы будут, если ты не увезешь нас нахуй! Неплохо! Отзыв клиента учтен. Как дела у машины? Отлично, но, к сожалению, за нами погоня. Ёбаный насыр! Сохраняйте спокойствие. Чего? Проезд заблокирован. Визуалос! Автомобиль замечен воздушным судном противника. Я разберусь! У нас получилось, Джек! Да, вроде того. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Езжай быстрей! Я делаю, что могу. Потерпи еще немного, Джеки, слышишь? Хорошо. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Все будет нормально. Увидишься с Мисти, с мамой, со всеми своими. Джеки, не закрывай глаза! Мисти, она знала. Она все знала. Эксельсиор гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. Вик Вектор позаботится о нем. Родным лучше его таким не видеть. Хорошо. Как пожелаете. Мистер Дешон ожидает вас в номере 204. До встречи в высшей лиге, Джеки. Тебя ждут.
WNS. 54-й канал. Пираты. О вашем проебе говорят все. А где Джекстер? Остался в машине? Переходим к главной теме этой недели. Да, он там. Он мертв. Соболезную, друг. А где чип? Не смогли украсть. Хоть одна хорошая новость. Хорошая? Сабура Арасака мертв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Вы завалили его величество, императора. Все, кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Это понятно. Поэтому нам нужно валить из Найт-Сити. Нам? Ты же фиксер. Ладно, спокойно. Надо продумать следующий ход. Новое место, новая личность, но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. Ванная вон там. Приведи себя в порядок. Это я. Да, я бронировал шаттл. Сегодня. Нет, до утра не подождет. Одно место. Я еще доплачу. Космопорт. 4-й терминал. Окей. Ви, иди умойся. Ты весь в крови. Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь наш первый разговор? Я все-таки выбираю тихую, спокойную жизнь. Обойдусь. Все тебе пизда! Слова.